Хо-хо, ребята, всем привет! И сегодня мы снова играем на скайблоке на сервере LastCraft. Догадайтесь, что мы будем делать в этой серии. У нас есть яйца, дуб, железный слиток, воронки и немного табличек. Обязательно оставь комментарий с ответом под этим видео. И в этом видео мы будем делать ферму куриц. Я уже выбрал местечко для этого места. Как вы видите, чанг 15. И здесь уже начинается новый чанг. И по идее у нас должно куриц поместиться в этот промежуточек больше, чем обычно. Потому что на чанг вроде 10 или 15 куриц доступно. А у нас, мне кажется, будет или 20, или 30 куриц поместиться в этот маленький кусочек земли. Я подготовил стекла. Здесь у нас стекла. Вот они. Краситель делаем и стеклами обводим. Вот так вот. И давайте же начнем делать нашу птицефабрику. Вполне этого будет, мне кажется, достаточно. Здесь будут наши вороночки. И здесь уже мы поставим сундучки, где будут наши яйца. Упс-упс. Так, вот наше дерево. Наше деревце. Сундучки сделаем, давайте вот так сделаем. Вороночку, обязательно вороночку еще одну, чтобы процесс был еще быстрее. Поставим здесь сундучочек вот так вот. Надо подметиться, чтобы не ошибиться. Ай, уйди, зомби, уйди. О, поставили. Зомбаки мешаются мне здесь. Как их много, у меня очень много мобов появляться стало. Так, поставили нашу вороночку, вот так вот, опс, 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 вот так, и нам нужна вода, я про воду забыл, давайте же поставим, у нас воды здесь очень много, берем наше ведро, у нас еще где-то было, вот они наши ведра, и набираем нашу водичку из нашего озера, такс, 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 поставили. И я купил немного яиц на Ахе. Теперь их нету. Они очень большой дефицит здесь. Так, давайте посмотрим, не запрещены ли у нас животные на острове. А то может быть и это. Может быть и такое. Так, где животные? Спав мобов разрешен. И давайте же поспавним наших куриц. Начали. Первое яйцо оказалось курицей. Есть, давайте еще одно яйцо. Да ладно, ребята. Второе яйцо тоже оказалось курицей. Третье, увы, нету. Ноты у нас даже появляются, ребята. Ноты появляются. Блин, только две курицы. Нам от... Вот еще одна, ребятки, три курицы. Три курицы. Это классно. Четвертая курица. Делаем, пытаемся выбить еще хотя бы одну курицу. Yes, ребятки, еще одна курица вышла. И, походу, у меня больше яиц не осталось. А, нет, ребята, есть еще яйца. Я их как-то не заметил что-то. И у нас еще 16 яиц даже здесь есть. Давайте. О, есть курица, ребятки, курица есть. Пытаемся выбить еще одну курицу. Но, мне кажется... Не будет ни одной. О, ребята, только одна курица выпала. Сделаем закрывашки для куриц, чтобы их никто не убил из мобов. Вот так вот. И поставим вот здесь. Вот, как же поставить-то? Как же поставить? А вот так вот. О, все. И да, ребята, я в этом видео также хочу улучшить наш островочек. Я поднакопил немного денежек, и как по мне, этого должно хватить на улучшение нашего острова. А, давайте, а где улучшение, где прокачки? Вот, улучшение острова. И давайте же улучшим наш островочек. На балансе нету денег для покупки улучшения. Блин, я забыл про эту команду. Is add money. Так, там нужно 3500 вроде было. Пишем эту сумму. И давайте же улучшать наш островочек. Как вы видите, баланс острова пополнился на 3500 баланса.
улучшаем, нажимаем и подтверждаем. И теперь он будет еще больше этого острова. И давайте наш остров измерим. Ну, достаточно большой такой остров. Ну, ребятки, я думаю, на этом пора заканчивать наше видео. Обязательно напиши комментарий под этим видео, поставь колокольчик и подпишись на канал. Всем удачи, всем пока-пока.